приехали туда на мосты, под мосты. Там это. Ну, эти лежали там наши, гражданские, укропы, это, военные. Это. А это, мы, короче, бежим туда, перебегаем, позицию занимать. Это, ну, нам сказали, короче, добивать их по пути, этих всех хуеплетов, ну, укропов. Угу. И там с парнишкой с одним, ну, это, я такой думаю, блядь, может попробовать горло перерезать? Такой думаю, ну, хуяк, короче, ебанул. Парнишка один тоже ебанул. Ну, хуяло стало, мне правда. Ты что, еще кому-то горло перерезал? Да, кстати, вот это в самом начале было, ну, третий, четвертый день на вечериночке. Ты вот скажи, тебе просто захотелось, и ты перерезал место, блядь, его просто убить, ты его мучил? Почему я мучил-то? Я просто перерезал ему горло. Ну когда я еще человеку горло перережу? Я так подумал. Ну что за такие фантазии извращенные, а? Только никому не рассказывай.